Где песня на конкурс? Я уже почти закончила. Если песни не будет через час, ты уволена. Но я же еще не доделала. Ри, может уже пора уйти от нее? Как уйти? Это же Блейк Куин, самая популярная певица века. Да, не считая того, что все песни пою я. Она только рот на сцене открывает. Девчонки, привет, давайте звонить Момоа. У меня нет времени, я побежала! Я уже набираю номер. Не смей! А давайте отправим заявку на конкурс от лица Ри! Вероника, отличная идея! Раз Ри не идет на конкурс, значит конкурс идет к ней! Привет, я Момо! А, она ответила! Упс! Почему это Ри всегда заставляет меня ждать? Высшая некомпетентность! Я ведь звезда! Учиться так петь, чтобы полностью быть звездой. Я опоздала, меня уволили. Пока что нет, давай сюда песню. Ночи. Эл, в чем это она вся? Ой, я вам все с рюмками дала. Фу, как все долго, мне же еще репетировать. Да, репетировать, рот открывать. Что ты там бубнишь? Я это, пошла записывать голос. Кто-то же. Отлично, Ри, ты настоящий талант. Спасибо, Марк, но на сцене все равно она. Ри, ты должна участвовать в этом конкурсе. Это же твой шанс. Я и так участвую, моя же песня. Я имею в виду от своего лица. Ну что, записали, я могу репетировать. Да, блин, давай. О, глупышка, надо говорить блинг, блинг. Блин, блин. Ой, все, поехали. Эй, вы любите меня? Марк, ты записал песню Ри? Да, конечно. Кто там? Да так, мама. Сынок, высылай песню мне, и я отправлю заявку. Окей. Скажите, я звезда. У-ху, ты звезда. В юном месяце апреля качели начинают свой разбег. Ри, а ты что тут делаешь? Я за тебя пришла поболеть. А, правильно, преданная фанатка. Ой, как она мне надоела. Скоро это все закончится. Только небо, только ветер, только радость впереди. Хорозочка, отлично. Приглашай на сцену нашего кумира. Блин. Ну что, ребята, не вижу ваши руки. У-ху, начнем. Диана, Диана, Момо звонит мне. Что случилось, что случилось? Диана. Панки, молодец. В смысле? Да, нарочно не придумаешь. Я не поняла, где фонограмма? У нас тут не палатки, а пока я приглашаю на сцену еще одну участницу, Ри. Как это Ри? Какая Ри? Иди, иди, давай. Всем привет, Ри, зажигай. У-ху. Поехали. Ух ты, классно зажигаешь, Ри. А я тем временем покажу, как сделать куклу Лол из золотого шара Блинг Куин своими руками. Начнем с прически. Я слепила вот такой конус и креплю его прямо на макушку куколки. Нужно как следует его насадить, чтобы хвост не сваливался. Потом вытягиваю хвостик вдоль головы и формирую красивый завиток. Палочкой продавливаю прядки, чтобы волосы смотрелись естественно. Лучше нажимать на хвост не сильно, а то он будет сползать по голове. Пока прическа сохнет,
я загрунтую кофточку, чтобы покрасить ее потом в розовый цвет. С внутренней стороны можно не прокрашивать, главное закрасить края, а то будут темные торчать. Также грунтуем шортики. Хоть они и голубые, но блески будет удобнее наносить на шершавую поверхность. Курточка высохла, и я начинаю ее красить. Делать я это буду фломастером. Это маленький лайфхак от меня. На грунтовку очень хорошо ложится фломастер. Единственное, ему так же, как и краске, надо дать высохнуть, а то все смажется. Прическа у меня высохла, и я ее уже загрунтовала. Так же, как и гольфики. А каким цветом будут волосы? Конечно, фиолетовым, как у оригинала. А блестки? Для начала наносим краску, а потом уже будешь блестеть. Акриловой краски фиолетового цвета у меня не оказалось, поэтому я крашу акварелью. С ней надо быть осторожным и красить снизу вверх, чтобы не растеклась. И делать крупные мазки, а то будут некрасивые проплешины. Пока прическа сохнет, я белым прорисовываю каемочки у курточки, чтобы убрать дефекты. Пусть курточка высохнет перед блестками, а я тем временем крашу шортики голубым. Такой плотный цвет будет хорошо смотреться под слоем блесток. На ботиночках я также фломастером нарисую шнурочки. Они такие тоненькие, что фломзик – это спасение. Гораздо легче, чем кисточкой красить по выпуклым шнурочкам. А теперь самое интересное. Наносим сначала клей на курточку. Я взяла с блестками. Можно брать обычный ПВА. Главное нанести его равномерно, а то блестки прилипнут пятнами. И теперь сыпем россыпью блесток. По такой же схеме делаем шортики. Очень красиво они мерцают. Прическу мы делаем точно так же. Уже натренировались на курточке и штанах. Теперь приступаем к самому главному. Если вы красили акварелью, осторожно возите клеем по краске. Она очень легко сходит и остаются белые пятнышки. И, пожалуй, также я поступлю с ботиночками. Они у нас серебристые. Вот такая прическа у меня получилась. И теперь самое время одеть весь лук нашей золотой куколки. Ребята, вы только взгляните, какая девчонка у меня получилась. Настоящая блин-квин. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какую куклу 4-й серии LOL мне еще сделать. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Лайк, лайк, лайк!